Вас приветствует Алена Ариес. На моем канале вы всегда найдете ответы на любые вопросы и мои контакты для записи на личную консультацию. А сейчас он прислал вам смс. Да-да, ваш мужчина. Что же он вам написал? А написал он, девочки, что очень любит вас и хочет с вами встречи. А еще он хочет с вами поехать какую-то поездку или путешествие, возможно, на курорт. Еще, девочки, пишет он вам, что хочется ему решить какой-то важный для него вопрос, выяснить. Но это, наверное, скорее всего, связано с ревностью, я думаю. Хочет перемен в ваших отношениях. Очень-очень. Хочет переехать к вам, независимо от того, далеко ли он сейчас или близко. Или, может быть, у вас ссора, конфликт, расставание, разрыв или развод. Но, тем не менее, он чувствует какую-то отстраненность. Тем не менее, продолжает вас любить, даже если он сейчас от вас далеко.